Приветствую охотников за трофеями. Сегодня неожиданный видос на моем канале, причем неожиданный он не только для вас, но в первую очередь для меня. Ну, во-первых, я сегодня должен был сидеть и делать запись первой серии абсолютно другой игры. Во-вторых, у меня горит монтаж очередного гайда, но я сижу и записываю какой-то хоррор-платформер. Короче, вчера утром я наткнулся абсолютно случайно на кусочек геймплея игры Little Nightmares, о которой, возможно, что-то когда-то краем уха я и слышал, но не придавал значения. 5 минут геймплея меня настолько зацепили, что я тут же побежал в PlayStation Store и урвал игру, пока еще действует скидка. И в этот же вечер с моим другом под вискарь с колой мы прошли всю игру. На это ушло примерно часа 4 или чуть более, там, с перекурами и с неспешным исследованием локаций и так далее. Игра настолько увлекла, что через час геймплея я уже точно решил, что сделаю платину. Ну там хотя бы для себя, для галочки, чтобы была. Через 3 часа геймплея я решил, что сделаю ролики на своем канале. Ну так, там, через недельку, через 2, чтобы там разбавить и так нечастый выход новых видео. А когда я проснулся сегодня утром, впечатления от игры, да и от вискаря тоже, меня ни капли не отпустили, поэтому я разобрался со всеми своими делами и первым же делом пошел настраивать запись и искать информацию по трофеям. И знаете, что меня удивило? В этой игре нет платины. Ага. Платину для галочки сделать не удастся. Но, блин, все трофеи собрать я просто обязан. Игра того стоит, поверьте. Пожалуй, стоит начинать, но перед этим. Если вам интересны видео на моем канале, смело добавляйте меня в друзья в PSN. Ссылка в описании. Если вы увидите, что у меня начинают появляться трофеи по какой-то игре, то это значит одно из двух. Либо я готовлю материал для нового гайда, либо моя девушка играет в Skyrim. Вот, новая игра. Начнем новую игру, сохранение. Ну, давайте перезапишем, окей. Что я хочу вам сказать в первую очередь? В первую очередь, если вы сейчас посмотрите там 2-3 или 5 минут геймплея, и эта игра вам понравится атмосфера, там физика и все такое, вырубайте нахрен это видео, бегите там в PS Store, в Steam, там или, не знаю, магазин для Xbox, не знаю, как он называется, правда, покупайте эту игру, играйте сами, чтобы не словить каких-либо спойлеров. Ну, собственно, сюжетные спойлеры здесь тоже будут, но больше спойлер именно по головоломкам. То, как проходить миссии, как там разгадывать какие-то загадки, открывать какие-то рычаги и прочее. Потому что это реально интересно делать самому. То есть я вчера посмотрел вот ровно там, наверное, 5 минут геймплея и тут же выключил, чтобы ничего себе не соспойлерить. И когда я вечером уже проходил эту игру вместе с другом, мы все отгадывали сами. И это реально было интересно. То есть мы на каких-то локациях затупляли, не понимали, что делать. И было очень прикольно, когда мы там находили отгадку, все проходили, разгадывали. Вот. И это было круто. Скажу вам еще следующее. Я на самом деле очень сильно отвык делать вот такие прям записи видео нон-стоповые, потому что, ну, во-первых, если вы следите за каналом моим, то вы наверняка обратили внимание, что я очень долго не делал видео. То есть у меня когда там последний видос такой по полному прохождению игры, да, он вышел летом или весной, это было Dark Souls 3, я закончил его делать. Вот, с тех пор я ушел на длительный перерыв. Блин, я так не люблю оправдываться, давайте просто пойдем к тому, что я был занят. Мне реально не было времени, было много работы, я там уезжал, еще куча других отмазок, которые любит делать любой чувак, делающий видео на ютубе, когда его спрашивают, почему видео так долго не выходит. Вот, я вернулся, я готов делать гайды. Вы, возможно, обратили внимание на то, что у меня не так давно на канале появился гайд по получению всех трофеев в игре Нио. Вот, и насколько я понял, неплохо вам зашел, поэтому я буду делать такие же ролики и в дальнейшем, но я буду также писать и вот такие вот полные, около летсплейные прохождения игр с подсказкой по всем трофеям. Я уже там сам буду смотреть, какую игру в каком формате лучше сделать. Вот, но я реально отвык вот так вот безостановочно говорить это. В общем, много времени прошло с тех пор, как я последний раз так делал. Ладно, давайте попытаемся разобраться, что с трофеями и что здесь делать. В этой игре есть собирательные трофеи, есть трофеи за специальные действия, есть трофеи за прохождение миссии и трофей есть, собственно, за золотой, самый крутой. Поскольку платины здесь нет, золотой трофей это нужно пройти игру за один час, ни разу не умерев. Но это довольно такой прям
сложный челлендж, как мне кажется. Давайте посмотрим, что у нас по собирательным трофеям. Во-первых, здесь есть такие вот лампы. Их нужно зажигать, собственно, и получить трофей. Точно знаю, что трофей дают не за все лампы. То есть есть там светильники одного типа, другого типа и свечки. Дают за какое-то определенное количество. Я точно не знаю, за какое. Вчера я этот трофей получил, когда проходил игру, но стопудово я зажег не все лампы, я прям даже точно знаю, в каких локациях я их пропустил. Вот, это раз. Есть еще там трофеи на статуэтки. Сейчас, кстати, мы ее скоро найдем, одну из статуэток. Эти статуэтки нужно находить и разбивать. А еще есть трофей на гномов. Тут будут встречаться такие гномики, их нужно обнимать. И всего их 13 штук, по-моему, да. И когда вы всех обнимете, тоже получаете трофей. Кстати, всего призов тоже 13 штук, если не считать DLC. Вот. Так, здесь пока что никаких ламп, по-моему, нет. Да, получается 5 трофеев за 5 миссий. Да, здесь, смотрите, здесь 5 локаций в этой игре. А это значит, что в ближайшее время, там, не считая DLC-шки, на моем канале выйдет 6 роликов. По 5 роликов на каждую локацию, то есть мы будем собирать все собирательные трофеи, выполнять все специальные действия в каждой локации. А шестой ролик — это будет ролик чисто спидран, как получить золотой приз, пройдя все локации, ни разу не умерев. Сейчас мы, скорее всего, будем умирать, будем проходить игру аккуратно, собирать все эти вот собирательные, опять же, трофеи, как я уже сказал, чтобы ничего не пропустить. Вот, кстати, одна из статуэток. Я только сейчас обратил внимание, это, по-моему, какая-то гейша или что-то типа того. Вот, разбиваем ее. Видите, что в правом низу экрана загорелся глазик. Это значит, что нам эта статуэтка засчиталась, и мы получим в итоге, короче, трофей, да, за разбитие всех статуэток. Ладно. Что у нас дальше? Здесь... Оп. Там что-то какой-то красный глаз, по-моему, был вон в иллюминаторе. Или не показалось. Такая, кстати, очень атмосферная, криповенькая игра, и мне здесь очень нравится физика, то, как все это сделано, музыкальное сопровождение и все такое. Здесь мы получаем еще один трофей. Для этого необходимо попрыгать на кровати несколько раз, и трофей получится. Вот, видите, справа внизу экрана загорелся глазик, это значит, что трофей засчитался. Естественно, сейчас я его не получил, потому что он уже на моем аккаунте есть, получал его вчера. Вот такие дела у нас происходят. Повешенный гражданин тут висит. Что касается физики, она реально сделана очень круто. Мне прям нравится, вот даже как этот стул тащится, вот прям с такой с натяжкой. Это маленькая девочка. Я немножко прочитал по игру, как бы по ходу сюжета это не совсем понятно, но девочку зовут Шестая. Это мне, кстати, напомнило сериал «Очень странные дела», может кто смотрел. Очень крутой сериал, там есть главная героиня, имя которой 11-е. Вот, и там тоже, точнее, здесь тоже происходят очень странные дела всякие. Так, ну здесь у нас все в порядке пока что. После очень схожая локация там со слизнями, которые сверху на тебя выпрыгивают. Я думал, что это уже здесь. Но до этого еще, видимо, нужно дойти. Вот, героиню зовут Шестая. Я тоже немножко почитал по игру, как я уже сказал. Есть разные... мнение, почему эту игру зовут Шестая. Сейчас, секундочку, я обниму гнома. Вот, собственно, это то, о чем я говорил. Нужно обнять 13 гномов. Там на кнопку действия, там на PS-ке это кнопка R2. Там у вас там какая-то другая кнопка, если вы играете на другой платформе. То есть, вот, мы зажгли лампу, обняли гнома, двигаемся дальше. Шестая. Да, возвращаюсь к тому, что я рассказывал. Либо это связано с тем, что наша девочка... Она станет шестой правительницей, как бы, этого места, да. Тут есть, типа, такая, типа, как главный босс, да, или кто-то. Женщина, она, которая правит всем этим балом, так сказать. А еще есть другой вариант. Здесь очень много в этой игре связано с едой, с чревоугодием, а... Насколько вы, возможно, знаете, чревоугодие — это шестой смертный грех. Поэтому, возможно, именно так зовут девочку Шестая. Именно потому, что чревоугодие. В общем, я не буду объяснять по поводу чревоугодия. Смотря на игру, вы сами все поймете прекрасно, почему это так. Пока что будем проходить.
Супер. Значит, что нам необходимо сделать в этой серии? В этой серии нам нужно обнять трех гномов, разбить две статуэтки и зажечь сколько-то ламп. Я не знаю, сколько, я не считал, потому что, как я уже сказал, не обязательно зажигать все. Я не помню, что здесь. Гномис, да. Вот. То есть мы... Ай! Опа, опа, опа. Я забыл про это. А, да-да-да, это дурацкая, абсолютно дурацкая. Я сейчас вот здесь это будет моя первая смерть, я чувствую. Ах! Здесь эти слизни, их очень много. Они... Ах! Тут сложно пробежать. Я не знаю, как я буду делать спидран, честно говоря. Не представляю. Давай, беги, родная, беги, ты справишься. Я точно знаю, что сегодня ты молодец, ты совсем справишься. Хорошо, умничка, пробежали и выбежали. Окей, прыжок, лампа. Ну, зажигаем. Алло, зажигаем. Что происходит? Здесь лампы зажигаются как бы не путем нажатия кнопки действия, а... Просто надо подойти, и она как бы сама начнет их зажигать. Значит, она иногда впляет. Гудамис. Окей. Тебя мы еще догоним, судя. Блин, здесь можно упасть, кстати говоря. Нужно очень аккуратно это все делать. Бежим, бежим, бежим. Скажу вам честно, у меня уже даже немножко рот устал. Я отвык так вот нон-стопово говорить много. Тем более это... Нужно сосредотачиваться на игре, опять же, и проходить, и не тупить, и разговаривать, чтобы не было такого гробового молчания. Потому что, опять же, как я уже сказал, после Dark Souls перерыв таких видео был очень большой, и я делал больше такие видосы типа гайды, да, вот как Ниох. Нет, я зря это сделал, все, я не успеваю. Я забыл, что здесь нужно ускоряться, да, ребят. Здесь нужно бежать с ускорением. Опять же, отвлекаюсь на то, что разговариваю, короче, нифига не играю правильно. Ладно. Вот я немножечко разбирался в монтаже в то время, пока видосы не выходили. И пока что мне нравится, по крайней мере, самому результат. Но в дальнейшем будет все еще круче. Иначе как без этого? Здесь у нас еще один гном, насколько я помню. Угу. Окей, его мы поймаем несколько дальше. Так, что по лампам? Больше никаких ламп здесь? Ого, хорошо, ламп пока что никаких. Нам сюда. Пумс. Так, что за локация, не помню. А, здесь нам показывают противника первого, да? Видите, он тут здоровенный хрен. Клеткой. Такой весьма страшный мужчина. Так, хватайся. Алло, о, все. Поползли. Окей, а вот и лампочка. Есть еще одна лампочка. О, сейчас нормально зажгла. Хорошо. Так, здесь я тоже, вот мы тупили, не могли понять, что делать. Оказывается, нужно дверочку-то закрыть. И здесь будет рубильник. Для чего нужен рубильник? Смотрите, здесь есть комната, через которую вы, ну, никак не пройдете, пока электричество не отключите. До рубильника допрыгнуть можно вот с этого ящика, с туалетной бумажечкой. Здесь реально очень много туалетной бумаги разбросано везде. А зачем осматриваться? Я и так все видел. Тут все красиво. Ну, типа мне подсказка сказала, что нужно осмотреться. Здесь нужно спидранить. Потому что нам нужно не только пройти в эту комнату, но сразу попасть и в следующую. А, в этой комнате, ну, если вам интересно, вы, в принципе, можете в нее прийти и осмотреться, побегать, потом вернуться в предыдущую, это возможно. Но в этой комнате ничего для трофеев нет. Сейчас просто свет включается, видите? Нужно, главное, успеть пробежать две комнаты. Ну, то есть, две двери, всю комнату целиком.
возьмем, не знаю зачем, просто давайте возьмем кубик. И бросим его туда. Хорошо. Здрасте. Как вы, наверное, уже могли догадаться, здесь нельзя попадаться. Блин, я не вижу, где мой персонаж. Под свет этого прожектора. Проходится, в принципе, легко. Бежим просто по краю комнаты и все. И не паримся. Успею. Не успел. Видите, превратился в окаменелость. Мне стоило буквально чуть-чуть дойти до края. То есть, ну да, до края света, до границы, до тени. Ну, на самом деле, поспешил просто, здесь нельзя так делать. Думал, что я такой лихой парень, лихой, и все успею, но нет. Ребят, я прям извиняюсь, если я немножко заговариваюсь, потому что, правда, отвык, блин, так много говорить без остановки. Ничего, я думаю, к следующей серии это все исправится, будет получше. Поскольку таких вот полных прохождений, типа около летсплейных, для получения всех трофеев, я собираюсь сделать еще много. У меня вот эта вот игра. Еще две большие игры, которые я вот... Ой, страшно, да как? Которые я точно решил делать. Давай, беги сейчас пока что. Договорим. О, все, хорошо. Добежали, ура. Повезло. Да, две большие игры, как минимум, я сейчас там типа пишу сценарий, как сценарий, то есть, заговорился, просматриваю там все трофеи, думаю, в каком порядке их лучше получать, какие предметы собирать там, и так далее. И, собственно, вот одну игру я уже сегодня должен был записывать вместо этого вот, а по факту я вот записываю такой вот... Типа инди-хоррор. Ну, на самом деле, конечно же, это не инди-хоррор, то есть мы и вы, наверное, прекрасно понимаете, что инди это слово independent, то есть независимый, это подходит для игр в том случае, если они выпускаются независимыми разработчиками, то есть без привлечения каких-либо издателей, без привлечения там денежных средств из-за нее, да, то есть чисто силами и средствами разработчика. Обычно такие игры небольшие, потому что, ну, сделать какую-то большую игру, это очень затратно, разумеется. Поэтому их называют инди. Но многие привыкли индюшатины, там, инди-играми называть вот такие вот, да, игрулечки. Небольшие. Многих вот такие игры именно ассоциируются уже со словом инди. Но это не так. Здесь есть издатель, как мы могли видеть, это Bandai Namco. Между прочим, тот самый издатель, который издает Dark Souls, на минуточку. Все не просто так. Вообще, на самом деле, если вы следите за моим каналом, вы, наверное, прекрасно видите, что я любитель других игр. То есть, хардкорные RPG, да, это мой конек, там, Bloodborne, Dark Souls, Nioh, тот же самый... А тут я играю в платформер, блин, я вот прям не ожидал, то есть я в платформер вообще уже 1000 лет не играл, я не знаю, если не считать, наверное, такую игрулечку, как Broforce, может быть, и в курсе. Очень забавная штукенция, конечно же, делать какие-то видосы по платине Broforce я не стану, это сумасшествие, но порубиться там вечерком с другом или с двумя, с тремя очень даже прикольно. О, кстати, я забыл тут такое чего. Вот и наш противник. Могу сказать следующее. Противник этот слепой. Он вас не видит, но он вас слышит. У него все очень хорошо со слухом. Поэтому будьте аккуратны. Потихонечку проходите. Здесь, по-моему, везде, да, лежат... Или не везде. Блин, слышит или не слышит, не могу понять. Ладно, надо, короче, быстренько. Есть, по-моему, свечка есть. Да. Кстати, в прошлый раз, когда играл, то свечку не собирал.
Вот вам еще одно доказательство того, что собирать все свечи нифига не обязательно, трофей дадут и так. Мне он выпал где-то, ну, на четвертой или на пятой главе, я точно не помню. Имею в виду трофей за эти все лампочки, свечки. Что, может быть, сейчас даже еще и раньше будет, если я буду собирать все. Нет! Я умер? О, нет, что-то я просто это упоролся, не на ту кнопку нажал. Сорян. Так, что у нас, кстати, я пока тут болтал-болтал, без умолку. Мы собрали двух гномов и две лампы. Остался один гном. Делокация, остался один гном. Блин, а где он, кстати? Я вот... Ладно, сейчас найдем. Вряд ли я пропустил его. Оп. Крыско. Крыско. Он что-нибудь у нас есть? Вроде нет. Туда можно к ним заглянуть? Ну ладно. О, да. Первый раз наша героиня чувствует чувство голода. Как я сказал, с чревоугодием здесь будет много чего связано. В общем, просто буду молчать. Смотрите. Какая-то смс-ка или какое-то уведомление пришло на телефоне. Мой телефон где-то валяется на диване, а я что-то даже не могу его найти. Ну ладно, не суть. Сейчас мы впервые покушаем. Спасибо, спасибочки. Бумс. Хорошо. Так, здесь у нас никаких ламп, по-моему, ничего нет. Да, можно бежать дальше. Можно и нужно бежать дальше. Ага, комната с водой. Хорошо. Есть клетка. Просто клетка, да? Мы ничего не можем с ней. А, можем ее тащить. Зачем? А не зачем, просто так. Бежим. Да, вот здесь у нас будет еще один гном. Точно. Я вспомнил. Значит, мы ничего не упустили, это хорошо. Ребят, если вы все еще смотрите, если вы хотите поиграть в эту игру сами, блин, реально, вырубайте нахрен. Лучше сначала пройдите ее целиком. Говорю, у вас это займет там один вечерок, там часа 4-5, там, может быть, даже быстрее, смотря насколько вы будете быстро разгадывать загадки, сколько круто вы играете. А потом уже можете посмотреть мои видосы и увидеть, как получать все трофеи. Потому что игра того стоит. Я купил ее за 1200. Казалось бы, 1200 на один вечер игра, типа, многовато, алло. Но я не пожалел ни копейки потраченных денег, вот серьезно. То есть игра себя купила, мне кажется, уже в первый час. Проходи ее в компании с другом, было очень здорово. Думаю, в принципе, вам и в одного будет весело, может, там с другом, с девушкой, с парнем, с братом, с бабушкой, с кем угодно. Игра, в принципе, хоть она и считается хоррором, но прям сильно страшных моментов здесь нет. Что можно и детям, наверное, посмотреть. Но не точно. Я ставлю ограничение 16+ на все свои видосы, на всякий случай. Вдруг я тут скажу какое-нибудь ругательское слово. А? Так, здесь у нас нужно подтащить сначала этот ящичек сюда, а потом увести его обратно. Смотрите, какая штука. Если мы максимально отклоним эту штуку, то тут, ну, допрыгнуть как бы возможно, но очень сложно. Здесь же есть хитрость. Этот рычаг можно отклонить не максимально, и тогда этот лифт, там эта коробка железная с цепью, она будет двигаться не настолько быстро.
и допрыгнуть на нее будет гораздо проще. Ставим на положение на середину, чуть-чуть отклоняем, бежим, 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 бежим. Вот хорошо. Вот так вот. Блин, по-моему, здесь сейчас будет комната с противником. Или я путаю со следующей локацией. Так, здесь что у нас? Лампы какие-нибудь? Лампа, лампа, лампа. Нет, ничего нет. Хорошо. Бежим. Я прошу прощения. Я не очень сегодня подготовлен прям к записи именно этой игры. То есть она сейчас, знаете, делается на таком прям на гольном энтузиазме. То есть прям вот у меня очень такие яркие впечатления от вчерашнего прохождения, и мне прям хочется играть. То есть я там где-то, возможно, не до конца там посмотрел, где находятся все предметы. Вот, и не помню, где все стоит, поэтому буду, возможно, немножечко затуплять где-то. Лишний раз там заглядывать в какие-то комнаты, что-то осматривать. Но я думаю, ничего страшного. Вот, следующую серию я постараюсь более подготовленно сделать, но это не точно. Еще одна лампа. И последний гном. Да, значит, все. Все статуэтки, все гномы. Все мы собрали, все на месте, все хорошо. Бежим за гномом обратно. Слайд не удался, а вот и он. Обнимашки. Глазик загорелся. Все, шикардос. Чпоник. По-моему, мы уже недалеки от конца локации. По-моему, все собирательные мы уже собрали. Ну, может, где-то еще лампочка встретится. Но это, опять же, не точно. Видите, упадет, не упадет. Не, не падает, хорошо. Вот, мы опять вернулись в ту же комнату с водой. Но мы отключили слизни, блин, опять слизни. Ну нет, не хочу слизней. Фу, мы отключили электричество, собственно, и теперь сможем пройти дальше. Ну, здесь, то есть, как бы, игра поделена на, типа, такие, как бы, как это сказать-то, части, что ли. В какой-то части вы будете просто вот бегать по локациям, разгадывать головоломки, а где-то у вас, оп, стоп, стоп, будет экшон. Экшона здесь хватит, поверьте мне. Были моменты, где у меня прям аж это бешено сердце стучало, когда нужно было там убегать от каких-нибудь противников, чтобы тебя не схватили. Ну такое прям напряженненько, серьезно. Ну и загадки на мой вкус очень интересные. То есть иногда далеко не сразу можешь понять, как, в принципе, с комнаты-то выбраться, перейти в следующую. Ой, чуть не спалили. Ок. Здесь нужно будет бежать. Убираем зажигалку, она нам не нужна. И бежим. Так, прыжок. Ты прыгать будешь? Алло, может, ты прыгнешь? Фух. Очень странная девочка, не хочет прыгать, когда нужно. Что здесь? Я вообще не помню эту комнату. Абсолютно. А, гномики. Окей, и чё? А, все, все понятно, это переход на следующую зону. Значит, ребят, на этой славной минуте, так сказать, мы сегодняшнюю серию закончим. Большое спасибо за просмотр, как всегда. Даже не знаю, что еще сказать, ребят. Если вам понравилось или помогло это видео хоть сколько-нибудь, можете поблагодарить меня лайком. Это, наверное, будет самая лучшая благодарность, которую вы можете мне дать. Хотя... еще чуть большей крутой благодарностью будет, может быть, комментарий под видео, подписка, все такое. Насколько часто будут выходить ролики по этой игре, если вдруг кому-то интересно? Наверное, смотрите, 5 глав. Я либо буду выкладывать их ежедневно, но я сейчас не уверен, что у меня это получится, либо примерно с промежутком в один день.
Вот, тем более я уж очень хочу начать делать запись той игры, которую, блин, я уже должен был делать сейчас. Никак не могу за нее взяться, и нужно доделать мне монтаж. Наверное, прямо сейчас пойду делать монтаж, заканчивать, и, возможно, сегодня, ну, как сегодня. Скорее всего, этот ролик уже будет на моем канале к тому времени, как вы это услышите. Но вот, да, сейчас сначала доделаю монтаж одного видоса, потом выложу вот это вот все. И, наверное, в течение недельки постараюсь выложить все серии по этой игре. Вот, еще раз всем спасибо за просмотр. Ждите новых крутых видосов, они обязательно будут. И гайды, и полные прохождения, много трофеев, много платин, все такое. Все, ребят, большое спасибо за просмотр еще раз. И до встречи, я умер, пока.